Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в работе машинка Volvo S60, и хочется начать сезон по устранению недочетов по небольшим таким деталям с лакокрасочным покрытием. В данном видео хочется снять накладку зеркала, зашкурить ее и покрасить. Получилось так, что придется красить только одну накладку. Дело в том, что в прошлом году машину отдавали на косметический ремонт. Все, что было оговорено с ребятами, ребята маляры сделали очень красиво, четко. Но в этой машине правое зеркало было не родное. Слегка накладка зеркала отличалась оттенком. И ребята, недолго думая, покрасили ее вместе с остальными элементами, там сколами, коцками на кузове. Покрасили и ту накладку тоже. А эту не стали трогать. Получается так, что у машины правое зеркало отличного качества стало, а левое зеркало такое страшненькое. Поэтому данный недостаток надо быстренько устранить. Для работы мне потребуется 800-я шкурка, вода и немножко терпения. Закончил я ее шкурить, лак я весь снял полностью, часть базы снял, где-то протер до грунта, а где-то до пластика. Вот здесь еще осталось дотру. По-хорошему, здесь надо бы праймером пройтись, но я уже красил, когда убирал сколы до пластика, красил эти накладки зеркал, ну, три года уже ходят они, и ничего не происходит. Ничего не отваливается, ничего не шелушится. Сейчас вот здесь дотру немножечко, и в принципе она готова к покраске.
Первый слой почти как напыление сделал. Еще с прошлого года у меня остался лак в баллончике. Надо использовать до конца. Все по той же схеме. Первый слой небольшой, дальше буду уже более жирным слоем укладывать лак. Накладка подсохла, но, конечно же, есть косяк жестокий. Прилетела мошка и сделала здесь целую борозду. Но буду ставить, а там посмотрю, что можно будет с этим сделать. Накладку я крепил на клей при помощи термопистолета. Конечно же, я не могу назвать данную процедуру идеальной, так как всего лишь только учусь малярному ремеслу. Прошу вас строго не судить меня за это. На этом, дорогие друзья, все. Легких-легких вам ремонтов. Всего хорошего и до новых встреч.